Здесь под открытым небом молодежь из разных регионов нашей страны готовит свое новое будущее. Эксперты разных направлений проводят мастер-классы. Цель одна – указать путь, а там уже дело техники. Дерзко, уверенно, смело, логично молодежь Южного Казахстана и других регионов нашей страны готовит свое новое видение. 150 молодых людей приехали на форум «Соседи», пока не располагаются, знакомиться и настраиваться на работу. Каждый из них ехал с главной целью – получить знания и создать свой проект будущего. Эти ребята от 18 до 30 лет. Некоторые уже приехали со своими планами и предложениями. Первый мастер-класс проводят специалисты из столицы. Эксперт рассказывает о том, как создать свой проект. Направлений три – духовно-нравственное воспитание, управление госслужбы и молодежные проекты. Перед каждым участником сразу поставлена грандиозная задача – создать свое государство и продолжить свое видение будущего Казахстана. Нельзя говорить о том, что проводятся эти мероприятия, они уходят впустую. Об этом ни в коем случае нельзя. Потому что молодые люди, они работают, они растут, они развиваются, и они идут дальше. Это молодое поколение, за которыми вообще будущее нашей страны. Да? Поэтому данные мероприятия проводятся. Среди них как раз-таки есть представители молодежных ресурсных центров, представители молодежных организаций, органов молодежного самоуправления. Естественное дело, что эти молодые люди, они постоянно на связи, они всегда и дают обратную связь, совместно с ними разрабатываются проекты. Даже вот создание вот этого вот форума молодых лидеров – это тоже своеобразная работа из прошлого. Во время отдыха некоторые ребята просто так времени не теряют. Тимур Мырзаахметов и его команда занимаются спортом. Здесь, на открытом воздухе, молодой спортсмен показывает свой мастер-класс. Результат налицо. Я прихожу на соревнования и смотрю, с каким интересом участвуют на соревнованиях молодежь, с каким интересом помогают нам взрослые. Я этому очень даже рад. А как думаешь, какие есть проблемы у молодежи? У молодежи проблемы. У нас сейчас проблема в том, что делятся люди на две категории. Либо занимаются спортом и живут трезво, живут ровно, либо они пьют, курят и вечерами занимаются не пойми чем. Да? Проблемы, я думаю, устранить надо, устраивая побольше вот такие мероприятия, побольше устраивать соревнования, побольше зазывать молодежь на спорт, на активный отдых. Тем самым люди знакомятся друг с другом, становятся более сплоченными, и у них проявляется интерес к тому, чтобы жить трезво, жить активно. У нас цель – дать молодежи толчок. Сейчас есть возможность реализовать свои проекты. Мы поможем. Форум «Соседи» дает возможность объединиться и работать, и делиться опытом. После долгого рабочего дня отдых. Ребята встречают вечер под открытым небом. Дискотека для всех. Второй день форума «Соседи» начинается в 7 утра. После короткого завтрака ребят распределили на несколько команд. Одни обсуждают духовно-нравственное воспитание молодежи, следующие обсуждают научное мышление, а другие уже государственное управление. Главная цель всех ребят объединяет только одна – это развить наше государство, Республику Казахстан, со скоростью света.
В этой группе участники из Астаны, Алматы и Шымкента. Ребята создают свое государство, выбрали парламент, министров и обсуждают развитие экономики в стране. На форуме работает несколько площадок. Участники пишут проекты по медицине, ЖКХ, религии и другим направлениям. У этой молодежи есть будущее. Они хотят творить, а задача государства – дать им такую возможность. И такие форумы как раз этому способствуют. Здесь можно научиться написать свой проект, представить свое видение, ну и, конечно, реализовать его. К примеру, мне понравился проект по развитию экономики. Я думаю, команда, которая пишет данный проект, вскоре будет известна многим. А в другой группе готовят госслужащих. Ребята учатся азам управления страной. Мастера приводят примеры работы известных политиков, а участники форума предлагают свои идеи. Понятное дело, что данные люди, молодые люди, они неоднократно работали с проектами, они в повседневной своей жизни работают с этими проектами, но когда они работают, они не задумываются о системе этих проектов, о создании. Поэтому мы, например, стараемся им давать совсем простые формулы, инструменты, какие-то методы. И вот в рамках вот этих вот методов, формул, мы им даем работу на местах. То есть сейчас вот они работают в группах, они могут делиться своими мнениями, обмениваться своим опытом, своими знаниями. И, естественно, любой человек, посетив данное мероприятие, он уезжает с каким-то багажом знаний, который в дальнейшем, опять, он и так эти знания применяет в своей повседневной жизни, а тут он немножко их подкрепил. Есть моменты, когда человек вроде бы знает, он каждый день это делает, но никогда не задумывается, насколько это важно. Этот форум собрал более сотни участников со всей страны. Вы представьте, даже если из 20 человек, трое заинтересуются и начнут реализовывать не только свои проекты, но и себя, это здорово. Если идти по направлению нашего президента, то, думаю, каждого человека ждет светлое будущее. А если у молодежи будет успешное будущее, то и страна будет успешной. Они здесь не только учатся, они отдыхают и планируют свое видение. Соседи приняли участие 150 молодых и активных людей из разных регионов страны. По его итогам было заключено более 20 договоров о реализации молодежных проектов не только в Южно-Казахстанской области, но и по всей стране. По словам руководителя управления по делам молодежи, уже скоро планируется провести еще несколько более крупных форумов с участием молодежи Казахстана и стран СНГ.